Всем привет! Сегодня я вам покажу, как приготовить манник. Для приготовления манника нам понадобится кефир, манка, разрыхлитель вот такой. Ну и мы уже, соответственно, замешали манку. Нам потом потребуется 100 грамм масла. Добавляем сюда масло сливочное. 150 грамм сахара добавляем. И разрыхлитель, 2 пакетика. Добавляем разрыхлитель. Все это тщательно размешиваем. Потом нам нужно будет разогреть духовку до 150 градусов и печь 20-30 минут. Вот такое вот тесто у нас получается. Потом будем вот в такую вот сковородочку выкладывать наше тесто для манника. Обязательно подпишитесь на канал, кому интересно. Пишите свои комментарии, мы их все читаем. Спасибо всем, кто ставит лайки. Если хотите, добавьте в манник изюм. Нам нужно 2 щепотки соли добавим. Соль. Все вот это мы будем выпекать вот в такой форме, мы будем выпекать наш манник. Ссылочку на Instagram я оставлю внизу под описанием, под этим видеороликом. Кому интересно, переходите, подписывайтесь. Делаем нашу сковородочку в пергаментную бумагу. Смазываем нашу сковородочку маслом. Сделали мы вот так вот на сковородку на нашу пергамент. Вот так. Вот такая масса у нас получилась. Сейчас мы его поставим в духовку. Наш манник. И будем печь при 150 градусах. Поставили наш манник в духовку, теперь ждем, пока он приготовится. Достаем наш манник из духовки. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши крутой, смачный комментарий. Всем удачи, всем пока!